Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, и я даже не буду просить, наверное, вас ставить лайк, по той причине, что мое мнение не будет совпадать с большинством игроков, по той причине, что я почитал телеграммы, комментарии, вот это вот все начитался по поводу наград, и все бомбят, всем награды плохие, всем все не устраивают, и тот редкий случай, когда я все-таки буду на стороне разработчиков. Хоть, опять же, они мне, к сожалению, моему превеликому меркантильному, они мне не платили. Видео будет, надеюсь, интересным. Мы обсудим некоторые моменты, посмотрим, какие акции, заберем халяву. И, что самое главное, перейдем на яйцо и там все это сделаем. И попробуем выбить именно там нужные ресурсы. У меня тут уже идет, не знаю, какая попытка записать это видео. Какая-то проблема там с какими-то чужими аккаунтами. Мне выскакивает уведомление, а удалить почему-то аккаунта не могу. Блюстак глючит, прям вымораживает. Так, смотрите, день замковладельца, мы получили по 2 сундука каждого вида, и от этого игроки что-то бомбят, а GG жадные, а GG сволочи, награды говно! И как бы я не знаю, ну что, он там должны были давать по 50 тысяч самоцветов или что? Ну, объясните, в чем ваше, ребята, недовольство? Дали по 2 сундука, ну окей, что вы ждете? Как раньше, чтобы давали героев, но если у вас есть хоть чуточка сообразительности, вы можете понимать, что как бы более-менее нормальных героев, которые они могли раздать, они уже раздали. Что им сейчас раздавать? Мы все прекрасно понимаем, что они не будут раздавать каких-то последних хороших героев бесплатно, но это было бы реально глупо со стороны IGG, и, типа, ребят, баланс дело тонкое. Раздавать какое-то дерьмо в виде там Влада Дракулы или еще чего-либо, прости меня, Влад Дракула, ты когда-то был имбой, они тоже не будут, потому что, опять же, вы будете ныть и кричать, что они просто бесполезных героев раздают, А что еще? Что вы хотите? Ну, а нормальных героев, которые могли раздать, уже раздали. Понимаете, мне кажется, что уже все немножечко зажрались от этой халявы, потому что сколько бы ни давай, все равно все будут кричать, что ее мало, что все плохо, что все жадные, понимаете? Самый прикол заключается в том, что если бы не ввели этого дня замковладельца, то как бы и вашего нытья и понтов не было бы по поводу того, что награды говно. Все бы нормально жили бы и не понтовались бы, да? Просто, а видите, они вот дают каждый месяц эту халяву. В течение месяца, сколько там этих наборов по одному самоцвету, да, не самые лучшие, и халяву давали, и одно, второе, третье, и как бы, ну, вам что, мало, ну реально, пацаны, ну, зажрались вы, ну, вот это вот, знаешь, это нытье, то, что я увидел в телеге и в комментариях, ну, реально, камон, да, для основного аккаунта эти награды, ну, полная фигня, как бы, ну, мне толку от них нету, но, ребят, не забываем, что есть и бездонатные аккаунты, к примеру, на яйце, я, мягко скажем, до усрачки рад вот этим сундукам, потому что там есть шанс выбить нужные награды. А именно слизи или вот, допустим, такие вот карточки третьего уровня. Хотя, может, у меня уже все герои есть оттуда, но не суть. Перейдем сейчас на яйцо и там, конечно, глянем. А самая большая надежда у меня вот на эти слизи на яйце. Если они выпадут, это будет круто. Но если не выпадут, ну, не повезло. Но как бы сидеть и кричать о том, что награды говно, ну, блин, а что их, лучше, чтобы не было? Как бы, вот просто очередной раз подтверждаю свою мысль о том, что как бы, ну, лучше бы и вообще не давали бы, потому что игроки от той же халявы, они тоже, мягко скажем, зажрались, им подавай все больше и больше. Им вот эти вот сундуки фигня. А полгода назад или год назад вы бы просто кровью от счастья ссались бы из-за того, что дают эти сундуки. Логики ваши, ребят, не очень трудно понять. И повода для бомбежа я абсолютно никакого не вижу. Когда это было, чтобы каждый месяц разработчики, вот был день замковладельца и что-то там давали. Все не так, это не так, то не так. Ну, вы, может быть, вспомните награды, которые давались в течение последнего месяца. Они тоже были по чуть-чуть, но окей. Ну, а что вас не устраивает, типа халява говно, ну, типа, вы как бы понимаете, что ее вообще дают, раньше вообще такого не было, раньше там 50 самоцветов давали игрокам, и все радовались,
Сейчас, извини, дают, блин, сундуки, да, по два, да, немного. Ну а что вы хотели? Это лучше, чем ничего. А ну реально, у меня создается чувство, что все конкретно взяли и зажрались. Я лично, ну как бы мне на основном аккаунте абсолютно плевать. Я, наверное, отношусь к той маленькой части игроков, которые... Скажем так, которым плевать на эту халяву, им главное, чтобы интересно было играть. Я за то, чтобы вообще не было халявы, но они исправили бы атаку фортов, они бы переработали локацию такую, как гильдии, они бы переработали другие локации, да, исправили бы какие-то недочеты, баги, не добавляли бы эти 15-е прокачки умением героям, не добавляли бы эти новые тупорылые таланты. И плевать абсолютно мне на эти халявные награды. Да чтоб этой халявы вообще не было, понимаете? Я, наверное, отношусь к этой части игроков. А есть огромнейшее количество игроков, которые ссутся кипятком из-за того, что там на несколько дней задержали розыгрыш в официальной группе. Вот, ссутся из-за того, что, видите ли, им тут награду херовую дали. Вы понимаете? Награду херовую дали. Ну, я, если честно, в шоке. Идем дальше. И как, типа, а чему удивляться? Я не знаю, если бы мне эта игра принадлежала бы, я бы вообще никакой халявы не давал бы. Даже я бы услышал бы весь этот виск свинячий, я бы вообще, типа, ну идите нафиг. Вот. Но с другой стороны, я бы делал бы как бы вещи, интересные вещи в игре. Так, ну 1+1 у нас работает, большая выгода. Что у нас там? Настолка. Хватайку, интересно, добавили, не добавили. Ну, настолка, я бы не сказал бы, что это супер крутая акция. Ну, когда там по одной попытке тебе на халяву дают, что это камень апогея. Ну, хотя, ну окей, окей. А если бы дали пазл один, я бы смог бы забрать 150 печенюшек. Ну, опять же, ну вот же вам та же халява. Ну, хотя, конечно, 30 сундуков тоже было бы неплохо. Так, награды, настолка... Хватайка есть? Я люблю хватайку. Хватайка тема. Или знаешь, это акция с оленями. Войди в игру и получи приз. Ну вот тоже про эту фигню забывают. Да, там половина как бы позиций, ну реально фигня. Типа значки почета. Кому они нужны? А я тут уже все забрал. Ну реально, кому они нужны, когда сейчас у бездонатных игроков коробки таланта 5 уровня целая куча, книг этих золотых целая куча. Как бы эти значки почета уже походу никому нафиг не нужны. Но они почему-то с постоянным упорством раздаются. Временная акция. Ну, не вижу я хватайки. Колесо удачи. Тоже херобора. Здесь, окей. Я не буду даже умножать. Парящий остров. Парящий остров-то они хоть изменили. Может, там что-нибудь как-нибудь улучшили. Ну, нет. Ничего они тут не улучшили, как бы. Как оно было фигней, так и осталось. Слушай, ну и все, и как бы, и чё? Ну, и как бы чё, а чё, если сегодня донатить? Самоцветные временные акции. Так, это базар, самоцветные бонусы. Что за самоцветные бонусы? Есть выгода сегодня? А, ну это тоже это фигня неинтересная. Базар, набор обитателя. Это понятно. День замка владельца. Это понятно. Войди в игру. Базар, пакет накопления, ежедневный бонус. Это тоже понятно. Выращивай призы. Тупорылая акция. 1+1, цветущие бонусы. Вот. Ну, это тоже все фигня. Ну, выращивай призы, что это? Окей. А цветущие бонусы, что это? Ну, реально, ну, это, ну, типа, что одна, что другая акция, полнейшая херня. Магазинное безумие, что здесь? Ну, окей. Это что, они по 3 осколка продают, да? Да они по 3 осколка продают. Ну, как бы такое. Я бы еще понял, по 5, по 3. Разбей яйца. Третья тупорылая акция. У меня была такая, закрадывалась сегодня мысля взять и попробовать задонатить, короче, на лесу. Ну, это акция 1+1, все дела. А мне там надо еще 100 осколков. Большая выгода. Что здесь дают? Большая выгода. Большая выгода. Соберите 100 тысяч самоцветов, чтобы получить 100 осколков лиса. То есть это мне надо там 4 пака задонатить? Вы что там, саму с ума сошли? 150 тысяч самоцветов, чтобы... Кто эти акции составляет? Ну просто, я не знаю,
пол неадекват какой-то, ну, как бы реально. Сокровищница. Окей. Что, эссенция питомца, командора, землеройка, ледяной феникс. Тоже еще одна без тупорылая акция. И вот, вот, стой, настолка, настолка, елки-палки. Вот настолка единственная акция, вот если ты... А, стой. Ну, как бы, да. А так, в принципе, награды, события, парящий остров. То есть, ну, парящий остров и настолка. Остальное, конечно, дичь полная. Яйцо, выращивай призы, цветущие бонусы. Просто три устаревших, беспонтовых акций. Ну, камон, ну что за бред? Дальше, тут ежедневные бонусы, день второй... Конечно, в этой фигне можно поучаствовать. Купон праздничный вечер, я даже не знаю. А, у меня их... А у меня, кстати, его нету. А может быть, я его использовал, не знаю. Тут вроде, кстати, норм. Ну, типа, 500 питомцев. 300 тысяч самоцветов. Окей, у меня как раз самоцветы закончились. 2000 камней. Это тоже хорошо. Вот эти камушки хорошо. Значки почета. Самая необходимая вещь. КГшки, серьезно. Ну, тут как бы... Ну, хотя кристалл Апекса тоже хорошо. Книжки кристалл Апекса. Здесь они вспомнили, что есть эмблемы 7-8 уровня. Ну, уж на 6-й день бред. И на 7-й день, ну, как бы тоже бредом попахивает. Хотя 88 умножить... 88 умножить на 50. Итого 4400 самоцветов. Нет, ну как бы в этой штуке можно поучаствовать. Временная акция. Смотрим, что они здесь продают. Вот за 389 рублей уже видишь тут по 15, по 25 сундуков. Но когда-то за 700 вот такое продавали, если не ошибаюсь. А, ну, в принципе, там для молодых аккаунтов это выгодная покупка. Для яйца это было бы просто что-то сумасшедшее. Дальше идем. Скиталец. Скитальца продают за 778 рублей. Вопрос, ну, как бы, зачем этот скиталец? Монетки события. Полная дичь, потому что, ну, событие это определенно говно. Эмблема рвения 10. Ну, допустим, она имеет право на существование. Этих крист... Кто хоть по чуть-чуть иногда донатит этих кристаллов, всех этих суперпитомцев целая куча. Все равно все упираются тогда или в кулачки, или в печеньки. Я думаю, что в печеньки. Далее. Вот за 2000 набор дают Мэри. Ну, смотрите, Мэри, кстати, держит цену. Мэри держит цену, и она дешевле не становится. Здесь 9 уровня. И вот снова, вот это вот говно всунули. За 4000 нам дают новый талант. Мы без него, мы как бы, понимаете, новые таланты вообще смысла там париться и за них денег тратить нету. Потому что кто более или менее донатит, да даже на бездонатных аккаунтах уже целая куча коробок 5 уровня таланта. И там, ну, не проблема выбить. Может быть, на ИЦ проблема, там 70 коробок. Но здесь как бы окей. И за 3000 рублей они дают 50 осколков лисы. Вот если бы они еще здесь давали бы пыль, да, там штук 800 пыли, то это был бы идеальный набор. Ну вот камушки новые, да, допустим, для судьбы. 10 эмблемы. Ну, не знаю, сколько у меня. У меня там больше 100 осколков надо выбить. 107 осколков, да, к примеру. Вот если мы хотим что-то... Вот, за 188 рублей тоже. Тут достаточно выгодная штука. Да. Вот, неплохо. Пакет накопления. Ага. Это типа купить определенное количество самоцветов. Ну, типа, если большой пак купишь отсюда, то как бы ты тут что-то выгодное получишь, но... Ну, такого, знаешь, сверхъестественного здесь тоже ничего нет. Ну, вот единственное, да, вот 50 карт вот этих вот, это полезная штука. Ну, да, вот если ты там 8 тысяч самов купишь, так как бы, да, огонь. Ну, это если, типа, ты покупаешь средний пак. Средний пак, то вот это вот награда огонь. И то для более таких уже опытных игроков, кто давно играет. А, смотри-ка. Покупая большой пак... Ты получаешь здесь 20 осколков. Того 70 осколков получаешь. Получаешь 70 осколков. И надо будет еще выбить 37. Вот. Надо будет еще выбить 37. Окей. Набор обитателя. Вот здесь уже акция 1 плюс 1. Опять же, это говно, которое у меня 67. Да? Здесь уже 1 плюс 1, здесь ты получаешь, короче,
1600 пыли. 1600 пыли. Вот. И плюсом ты берешь отсюда 20 осколков. Итого, это 7, 13, 113. Это, елки-палки, 87 осколков нужно выбить за 1600 пыли. Вот. Не знаю, это реально или нет, напишите. Но, по идее, можно попробовать лесу выбить. Типа, потратить спак и все, и полететь. Дальше, здесь что, за 300... О, ну, тут... Ну, такое себе. Ну, как бы... Хотя это, ребят, умножайте на 2, да? Это умножайте на 2. Но, опять же, смотрите, здесь большой пак. Отсюда надо только вот эти вот камни... И вот это пыль, потому что питомцы, они эти суют уже, ну, как бы, я не знаю. У меня полно. Нафига оно мне надо? Я все равно ролить не могу. У меня нету там других ресурсов для роллинга. Эти синие штуки, зеленые штуки. Тут зефирика продают за 2000 рублей. Да, то есть 1 плюс 1, ты получаешь 200 осколков зефирика. Набор обитателя за 778 рублей. То есть ты покупаешь пак... Вот, и что у нас получается? Ты получаешь пак, ты покупаешь пак, лям, короче, кулаков, и 280 пыли. Ну, это типа на тот случай, если ты, короче, тебе не хватило там выбить осколков лисы. Слушайте, ну ставьте, не знаю, лайк, пишите в комментариях, попробовать сегодня выбить лису или не попробовать. Так, идем, ребята, дальше. Ну, наверное, на этом аккаунте мы останавливаемся. Идем тогда на яйцо, потому что там сейчас как бы интересно. И там сейчас эти бонусы заберем халявные. Так, хват окна. Забираем бонусы. Спасибо разработчикам за них. Вот здесь эти сундуки уже заиграют совершенно другим образом. Совершенно, скажем так, как вам объяснить? Совершенно другими красками, понимаете? И я не знаю, вот если игроки там сопоставимые яйцу, как они могут идти и срать в комментариях по поводу того, что... как бы награда фигня, да? Ну, смотри, бац, забираем. Сейчас будем открывать. Зайдем еще в настолку. Настолка, переходим. Вот. Хотя, смотрите, если сегодня собирать лесу, то... О, видите? Ну, вот настолочка. 100 книг на бездонатном аккаунте золотых, а? Получить, эта фигня не нужна. Парящий остров. Вот, если сегодня выбивать лесу, то получится, что как бы мы не сильно-то наберем ресурсов. Вот, в плане прокачки прорыва и так далее. То есть, каким образом мы будем на ней прорыв качать, непонятно. Понимаете, ребят, непонятно. Ну, хотя, да, с парящего острова там прорыв упадет. Но прям я не знаю. Прям я, короче, прям не знаю. Так, окей. Что у нас тут? Получаем. Это мы забираем. Так, это мы тоже забираем. Тут бесплатно. Так, окей. Все, пошли на склад. У нас видео получается какое-то супер долгое. Ваши подарки. Это, конечно, вообще хорошо было бы на видео про яйцо открывать. Слушайте, а давайте, да, вот, про видео, про яйцо будем, вот, видео про яйцо буду снимать, и тогда я все это открою. Вот такие вот дела. Я думаю, это будет правильнее. А на этом все. Пожелаю вам огромнейшей удачи, всем большущее спасибо за просмотр, потому что видео и так уже длится целых 20 минут. Пишите в комментариях, пробовать мне сегодня выбивать лесу, не пробовать. Всем удачи и пока.